Друзья, мои кормушки из лагинарии готовы. Не знаю, насколько будут они удобными птичкам. Посмотрите, как я сделала. Здесь, чтобы снег не падал, я просверлила вот в этой штучке дырочку. Сюда просунула шпажку. В таких толстых у меня всего две шпажки было. То есть, чтобы повесить. Конечно, здесь не совсем герметично крепится, но все равно. Так она будет подвешена. Тут сквозные дырочки. Так, и вот вторая. То же самое. Так, сейчас я вам поподробнее расскажу о том, как я придумала сделать вот эти сиденьица. Смотрите, сюда у меня таких, как скажем, круглых палочек не было. А такие толстенькие шпажки были всего две. Я решила их использовать для того, чтобы крепить веревочку. В общем, я просверлила дырочку, вставила сюда вот такой пластиковый дюбель. Он так хорошо крепится, назад он ни за что не вылезет за счет вот этих своих зазубринок. И сюда такие тонкие вставила шпажки. Ну, такие продаются в магазинах для шашлыка. То есть они такие прочно держатся, птичку они выдержат. Выглядит, естественно, как веточки. Вот. Такая кормушечка. Не знаю, понравится птицам, не понравится, будут или нет они в ней кушать. Так, осталось мне их повесить на дерево, насыпать туда зерна какого-нибудь. Но на улице уже темно, поэтому я это буду завтра делать. Вот. И вам потом покажу. Ну что, друзья, дурная голова ногам покой не дает. Как вам моя идейка?